Здравствуйте! Приветствую вас на еженедельном информационном бюллетене IQ Technology. Знаете ли вы Диогена Синопского, одного из философов древности? Жил он в большой глиняной круглой бочке Пифосе и попрошайничал на еду. Причина, по которой он это делал, это его философия, в которую он верит. Для жизни нужно лишь немного, и тогда ты можешь жить свободно. Когда Александр Македонский однажды подошел к нему и сказал «Я великий царь Александр», Диоген, не смутившись, ответил «А я собака Диоген». Когда в другой раз Александр Македонский, подойдя к гревшемуся на солнце Диогену, предложил просить у него все, что он хочет, Диоген отвечал «Не заслоняй мне солнце». Все это произвело на македонского царя такое большое впечатление, что тот сказал, что если бы он не был Александром царем, то хотел бы быть Диогеном. В наше время также, кто аж доживет своей жизнью и занимается своими делами. И мы желаем вам прожить именно ту жизнь, которую вы хотите. А сейчас новости. В Гирисуне наша команда IQ Technology завершили установку камнеделительной машины гигантского размера для Ahmed Ag Company. Работая с фундуком, машина с помощью вибрационных технологий просеивает и отделяет камни в продукте. Удачи предприятию в работе с этой чудесной машиной. Группа послепродажной технической поддержки от IQ Technology находилась в Джигаве в Нигерии. Они прибыли туда для устранения проблемы, возникшей на фотосортере, который мы установили ранее. Проблема с семиканальной машиной для сортировки по цвету, работающей на рисовом продукте, была решена быстро и качественно. IQ Technology всегда с вами. В сентябре 2021 года мы создали дуэт Vibra и Radio Artoral для 150 футов в группу предварительной очистки для важной компании в Ливане, которая будет работать с рисовыми продуктами. Желаем им больших успехов и спасибо за выбор IQ Technology. В декабре 2019 года мы открыли полноценный рисовый завод для компании, расположенной в Балыкессире. Недавно наши бригады посетили объект для контроля работы оборудования. Машины работают без сбоев. Пусть их заработок будет большим, а нашим партнерам желаем удачи. Это были все главные новости на сегодня. Увидимся с вами на следующей неделе. До встречи!